Доброго всем времени суток. Как уже, наверное, многие знают из зрителей моих, у меня сдохли сейвы Farming Dynasty. И я пытаюсь сейчас нагнать тот прогресс, который был достигнут в последней серии. Ну, как видите, я самой фермой не занимаюсь. Я исключительно занимаюсь добычей вот этих вот всех девайсов старых дряхлых, которые собирал на протяжении всех серий. Но в этот раз у меня получается быстрее, потому что я не отвлекаюсь на строительство фермы, не отвлекаюсь там на коров. Ну, единственное, что я сделал, это вот я отремонтировал птичник, потому что это еда для моего персонажа. А вместе с тем тут вышло обновление 0.5.7. Я не мог пройти мимо, я решил снять короткое видео на эту тему. Во-первых, это грузовик. Это грузовик, на котором наш фермер приехал сюда из города, чтобы вступить в наследство. В право наследства. Садимся. Вот такой вот он внутри. Что там у нас? Что-то там хэви. Вот. Ну, приборы работают, но это все так. Вот. Такой вот у нас теперь есть. Грузовичок, и это прекрасно. Ну, возить на нем ничего нельзя, но на нем можно поехать по квестам, по-быстрому смотаться. Так. То есть не трястись на тракторе черти сколько, а по-быстрому смотаться на грузовичке. Посмотрим. В игру добавили... Сейчас. Так. Давай, что там у тебя есть. Вот у этого орла нету. В игру добавили пиво. Уверяют, что безалкогольное. Но у него нету. Ну чё ж тебя нету-то? Тоже мне продавец. Помимо этого... А вот нет, ни хрена. В игру добавили пилу для того, чтобы косить кустарники и маленькие деревья. Но чё-то я этой пилы тоже не вижу. Как и пиво у тебя, между прочим. Ничего нет. Не, то я не туда нажал. Так, ну нет у него пива, да? Не знаю, в банках оно должно быть, в бутылках. Ну, по крайней мере, грузовик, он позволяет теперь нам быстро ездить за покупками. Ну ладно, насчет быстро я загнул, но все-таки... Ада нет, разгоняется. Ну, 60 км в час, это, знаете ли, о, как его колбасит, понятно. Это не 23 километра в час, да? Это все-таки приличная скорость. В три раза больше. Вот так довольно быстро мы можем перемещаться. Это радует. Сейчас второй материал заглянем, может там пила это. В общем, большие деревья вот такие, основательные, пилить нельзя. Можно пилить вот такие вот кустарники, если они мешают. Ну или просто если не нравятся. А основные деревья пилить нельзя. Давайте посмотрим, может она здесь есть. Это тут мои купленные доски лежат. Так, секунду, тут только что был где-то аист. Или мне померещилось, наверное. Фигурка аиста мне показалась, что стоит у входа. Бывают глюки. Нет, нету. Вот ни у того упыря удочки нету. У него же раньше была удочка, можно было купить. Удочку убрали, ну и у меня ни хрена нету. В общем, ну где-то в игре существует пила. Ну или ее собираются ввести, а только готовится пока. Ну, по крайней мере, в обновлении сказали, что пила есть, и ей можно пилить кустарники. Кроме этого, в небе летают орлы, летают, вот он летает. Ходят всякие олени, кабаны. В будущем... Вот он аист, он мне не примерещился. Он просто телепортировался оттуда. Вот он аист. То есть дикая жизнь... Он улетел, все понятно. Прилетел сюда. То есть дикая жизнь наличествует теперь. А в ближайшем будущем... Вон, кстати, олень топчется. То есть и пила где-то тоже наверняка есть. Я просто не знаю, где она. Пожалуйста, вот олень и кабан. В одном флаконе. Вон один побежал, вон второй стоит, хрюкает. Он там аист прячется на поле. Вот. То есть пила где-то есть, просто, наверное, нам пока не встретилась. В ближайшем будущем обещают сделать возможность
собирать ягоды и грибы дикие. Так, во что это я уперся? Неровность земли, видимо. Кроме того, можно разжигать костер. Ну, обещали. Да, можно. Но это я лампочку под костром зажег, знаете ли. Потушить. Это не костер, это лампочка. Ну, как сделали, так сделали. А что все-таки с пивом и пилой, не знаю. Давайте в подвал сходим, посмотрим. Ну, блин, не могли же они так оставить, что ввели, но взять нигде нельзя. А, возможно... Нет, ну, магазинов тут других нету. Так. Смотрим на карту. Ну, это посетить, посетить. Я почти всех посетил. Мне осталось вот комбайн здесь забрать. Хапнуть в церкви 1000 социальных очков. И вот тут вверху где-то был, да, вот. Удобрялка и навозная цистерна. То есть у меня, в принципе, трех осталось. На троих поработать и одну точку посетить. И все это уже за деньги, все, работа. Так, зона отдыха, церковь. Там еще одна. Таунсквер. Честно сказать, не знаю, где можно приобрести пилу и пиво. В агрошопе там такой фишки нет, инструменты продавать. А давайте заглянем в подвал, может там что завалялось, какая-нибудь бутылочка. Хрена, конечно, да? Да, тут ничего нет. Ну, как-то вот, не знаю. Обещано, но не обнаружено. Возможно, кто-то нашел. Я это увижу и тогда в следующих сериях покажу. А пока я добиваю последние три квеста. Может быть, где-то попробую поработать на поле или продать урожай, ну, чтобы нам хватило на газельку. А я хочу пригнать сюда газельку со вторым материалом и все это отстроить одним махом. Вот, не знаю, там за одну серию, не за одну серию, но как-то вот за стрим, скажем так. А, чтобы ферма уже сияла. А на этом все. Всего хорошего. До новых встреч.